И сегодня мы смотрим короткую программу, короткий танец танцевальных дуэтов. Это только их первый выход на лед. Ну и по итогам уже сегодняшней короткой программы будет составлен список участников финала, которые будут иметь возможность выступить в произвольном танце. Итак, поляки на льду. Оригинальная поддержка у польского дуэта. Напомню, тренирует их известнейшая Барбара Кузар-Пали. Очень и много пару Барбары. Да, это их дебют на европейском первенстве. В Италию Барбара Кузар-Пали и ее ассистента Стефано Карузо тоже выступал он совсем еще недавно. После Олимпийских игр в Сочи закончил свою карьеру. Партнеры из Франции, партнерши из Польши, представляют Польшу, тренируются в Италии. Это фигурное катание, как абсолютная поняли, закономерность, да. Люди мира. Партнера можно найти в самом неожиданном уголке земли для себя. Юстина Плотовская. Ну что ж, мне кажется, для дебюта на европейском первенстве очень неплохое выступление. Надо сказать, что у них очень, кстати говоря, неплохие и личные достижения.